должен требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач. Чтобы они своей работы не спускались до уровня политических обывателей. Чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа. Чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин. Чтобы они были такими же бесстрашными в бою, беспощадными врагам народа, каким был Ленин. Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы ни была. Чтобы они были также свободны от всякого подобия паники, как Ленин. Чтобы они были такими же мудрыми и неторопливыми при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и всех минусов. Таким был Ленин. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. В последние годы ситуация в России стремительно дестабилизируется. 20 миллионов за чертой бедности, 26% детей нищие. Вы только вслушайтесь, уважаемые коллеги. 26% детей нищие в нашей стране. А в это время состояние 200 богатейших бизнесменов России превышает золотовалютные резервы страны и банковские накопления всех россиян. Самый неэффективный, самый бездарный чиновник в регионе назначается на ключевые, важнейшие направления для жизни нашего региона. И говорит: Валентина Владимировна, а какие вот у вас достижения? Мы, говорит, цирк, говорит, ремонтируем. Да вы его ремонтируете уже хрен его знает сколько. Вы переносите сроки, вы из всей нашей области посмешище сделали. Дворец водных видов спорта. Вы считаете, этим надо гордиться? 8, мать его, лет вы строите дворец водных видов спорта. Это же безумие, это стоит века. Китай за 10 дней больницу на 1000 человек построил. Это вы под стать всему вашему правительству. Да за такое надо приговаривать к статье, за такое к стенке надо ставить. Ее назначают на должность. Я вам всем, коллеги, даже пусть вас Единая Россия обращаюсь. Окститесь, опомнитесь. Вы куда толкнете наш регион? Нельзя опускать людей, которые просто клейма ставить негде. Максимально неэффективно. И политически оформил Ленин. Он был выразителем интересов подавляющего большинства народов, которые ненавидели это государство, которые ненавидели эту церковь синодальную, как выразителя интересов пропаганды этого государства, колонизирующего коренное население этой страны. Это Красная Армия и Ленин символизировали собой восстановление целостности государства, а белые воспринимались большей частью населения как агенты иностранных государств, которые уже распределили, понимаете, кто кому достанется, Англии, Франции там и так далее.